Всем привет, друзья! Приехал на Труханов остров. Хочу вам показать здесь места. Одно только что видео снял с беседками. Это дубль 2. Посмотрим, как здесь на 9 августа отдыхают люди. Конечно же, сейчас прохладненько у нас, но покажу вам места. Это у нас пешеходный мост сейчас будет. И парк вокруг него пешеходного моста. Вот у нас идет пешеходный мост. Такая посерединке идет велодорожка. Сейчас я немножко приближу, чтобы не ехать туда далеко. Покажу вам. Ну вот как-то так, видите. Сзади меня, смотрите. Вот так вот как-то. Сейчас проедемся, посмотрим под пешеходный мост. Здесь в основном рыбаки ловят рыбу. Здесь такое течение интересное с водоворотами. Во всю катушку здесь идут фотосессии. Упала вода очень сильно, я вижу. Так, давайте посмотрим, что здесь за фотосессии такие интересные.
Так. Место прикольное тоже. Здесь также есть, смотрите, ресторанчики. Есть вот такая вот канатная дорога, по которой можно экстремально спуститься с правого берега на левый берег. Так, в принципе, ничего не видно. Давайте, наверное, к берегу подойдем. Вот она. Вот это вот канатная дорога. Здесь на 1, 2, 3, 4. 4 человека одновременно могут спускаться. Стоимость, в принципе, ее можете посмотреть в интернете, там все указано. И вот смотрите, куда она идет. Прямо вон туда. Сейчас я вам приближу. Сегодня, я так понимаю, она не работает. Так, вот радуга. И здесь где-то недалеко стеклянный мост. Вот, вот он. Почему стеклянный мост? Это потому что там есть такие несколько мест, с которых видно низ. Все, что творится внизу. Полностью становитесь на стекло и видите всю высоту. Как-то так. Так, давайте отдалим. Так, по пляжику тоже, в принципе, можно приблизить, чтобы не ехать туда.
как-то так. Ладно, друзья, буду заканчивать видео. Это будет видео коротенькое. Всем пока.